Вітаємо вас, друзі! В ефірі програма «Це вас хвилює» в студії Нелі Толмач. І традиційно у цій порі ми запрошуємо вас до бесіди, присвяченої нашому здоров'ю. Триває цикл зустрічей, присвячених темі безпосереднього надання першої невідкладної медичної допомоги. Експертом у цій сфері є Олег Новицький, завідувач учбового центру з підготовки парамедиків обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, заслужений лікар України. Сьогодні Олег Микитович знову з нами, і ми вас вітаємо. Олеже Микитович, минулого разу ви нам розповіли, показали, розказали, як правильно робити штучне дихання, штучний масаж серця. І сьогодні ми чекаємо продовження, тому що тема дуже важлива. Можливо, саме від сьогоднішнього нашого ефіру залежить чиєсь здоров'я і, можливо, навіть життя. Значить, я почну з того, що во время прошлой телепередачі на ті же теми я говорив о том, что основной причиной прекращения дыхания в экстремальных условиях является западение корня языка. И это показывал, каким образом это устраняется. Но я не упомянул тогда о том, что в целом ряде случаев дыхание прекращается в связи с наличием, попаданием инородных тел в дыхательные пути. И хотел бы начать сегодня как раз с этого. Когда мы во время прошлого занятия говорили о нарушениях дыхания, я показывал такой прием, который заключался в том, что мы открывали рот пострадавшему, да, запрокидывали голову и выдвигали нижнюю челюсть. При этом раскрывался рот, и если мы видим в полости рта инородные тела, они могут быть или твердые, или жидкие. Это твердые там зубы, осколки костей, осколки протезов и всевозможные другие предметы, которые оказались тоже во рту. А жидкие – это кровь, рвотные массы. И каким образом мы от них избавляемся, прежде чем оказывать дальнейшую помощь пострадавшему? То есть мы в этот открытый нами рот закладываем один палец как крючком и вытаскиваем, если это инородные тела жесткие. Иногда можно двумя пальцами как пинцетом вытаскивать, так, и удалили. Но бывают ситуации, когда инородные тела попадают практически в дыхательные пути пострадавшего прямо у нас на глазах. Это бывает особенно в хорошую пору года, когда люди выезжают где-то на пикники, шашлыки жарят и так далее. И в этой ситуации можно потом наблюдать очень тяжелую картину, когда кто-то из наших гостей, который перед этим смеялся, пел, танцевал, рассказывал анекдоты, вдруг схватился вот таким вот характерным жестом, как я сейчас это показываю, и не может ни охнуть, ни вздохнуть. Это характерно для этого поражения, так все и хватаются. И тут все уже зависит от того, окажется ли рядом человек, который подготовленный, чтобы эти инородные тела удалить. Они в основном-то удаляются без особых приключений. Как это произойдет? То есть это может быть еда, может быть поперхнулся? Чаще всего непрожеванный кусок того же шашлыка, мясо. Да? Да, рассказывает, засмеялся, и сразу наблюдается такая картина. Для того, чтобы удалить эти инородные тела, два метода существует. Первый, назову это по фамилии автора, прием Геймлиха называется. Так. Заключается он в том, что мы заходим к этому пострадавшему, он тут сидел рядом с нами со спины, продеваем руки ему под мышки, как это я сделал сейчас, правую руку, если вы левша, то наоборот, вы укладываете между пупком и мечевидным отростком на живот, вторая рука охватывает эту же руку таким образом, как я сейчас это сделал, и ждем момента, когда он пытается вроде бы как выдохнуть, хотя он ничего не выдыхивает, и делаем резкое движение вверх и вдавливаем свою руку кулаком в живот. Олег Никитич, в этот момент человек застывает вот в этом состоянии, или он кашляет, он пытается? Он может пытаться, поэтому мы и стараемся уловить момент, когда он вроде пробует что-то откашлять, но у него ничего не получается. И мы своими действиями как раз приводим к тому, что помогаем ему в этом. Понятно. При том, когда рука вдавливается в живот, повышается внутрибрюшное давление. Оно оказывает тоже давление на диафрагму. Кроме того, мы еще вот предплечьями грудную клетку сдавили. И эти инородные тела, как правило, вылетают у него, у пострадавшего.
Понятно. Если, например, вот вы говорили, что жидкие могут быть там кровь или рвотные массы, как в этой ситуации? В этой ситуации, ну, это была та ситуация, когда пострадавший без сознания. Мы ему голову, к сожалению, этот муляж, на нем голова не поворачивается, но мы поворачиваем ему голову на бок. Все это, конечно, иметь нужно в виду, если перед нами не травма автомобильная и не травма, связанная с падением с высоты, потому что в этих случаях мы голову поворачивать трогать не должны, нельзя, так как думаем о повреждениях в шейном отделе позвоночника. Если же у нас никаких данных за это нет, мы голову повернули, вставили палец в угол рта, оттянули и каким-то предметом, или носовым платком, или куском бинта, куском марли, мы все это удаляем. И я опять же подчеркиваю, что все это так делается, потому что у нас ничего с собой нет. Подручно, мы находимся, конечно, да. Поэтому если приедет скорая, то у них имеется электросос, имеются все остальные приспособления. А мы должны действовать только тем, что у нас имеется. Вот так, как я сказал, удаляется, и после этого иногда он еще и задышит. Ну, это если нам очень повезет. Но дело в том, что вот этот прием, о котором я сейчас говорил, не каждому можно сделать. Так беременным женщинам с большим сроком не получается, не должны мы его проводить. Нельзя это сделать человеку тучному, с большим животом, ну, там попросту, потому что мы не можем охватить этот, конечно, живот и сделать. Поэтому в этих случаях применяется второй метод. Это поколачивание по спине. Но не так вот просто, как в анекдоте делаем, да? Рассказывает с тещей, да. А наносятся удары по межлопаточному пространству, по-настоящему сильные, по принципу, как когда-то гусары вышибали пробки с бургундским вином, наверное. Вот таким вот образом вверх наносится несколько ударов, 3, 4, 5 ударов, и, как правило, инородное тело удаляется. Я сам, к сожалению, ну, не к сожалению, а к счастью, мне не приходилось этого произвести, но мой коллега, он... такое у него уже было, и когда он приготовился нанести третий, четвертый удар, ему санитарка сказала: стойте, стойте, все не хорошо, нужно, уже кусок мяса подобрала. Порядке, так да, что это эффективный то метод. То есть щадить в данной ситуации не надо, удар должен быть сильным. Достаточно сильным, даже у младенцев и то не слабенький удар. Ой, это... Олег Никитич, да, младенцы – это вообще отдельная тема, очень важная разговора, пока доставайте, конечно, да, же, потому что очень часто мамы сталкиваются вот с этой ситуацией, что буквально на глазах ребенок синеет, и боишься что-то сделать, руки разводишь, а в этот момент как раз надо действовать. Что же мы должны делать? Потому что ребеночек сам себе вообще... Понятно, здесь что... несколько отличается от того, как мы делали у взрослого, но все равно что-то общее с этим имеется. Ну, во-первых, габариты младенца позволяют нам из него эти инородные тела просто вытряхивать. Мы берем или вот так за тазобедренные суставчики, или даже за ножки, и вот таким вот движением вытряхиваем из него эти инородные тела. Но предупреждаю, это не делайте так, как я сейчас, потому что я тут вот вынужден над, конечно, столом это делать. А в этом случае можно, растерявшись, испугавшись, и нанести дополнительную голову травму. Второй метод, как удалить инородные тела, это вот таким вот образом, как я сейчас показываю. Мы оседлали его ножками свое предплечье, головочка выводится в такое вот положение, как я показываю. И мы, опять же, основанием ладони или ее ребром по межлопаточному пространству тоже достаточно интенсивные наносим удары. 3, 4, 5 ударов. И тоже, как правило, то ли один, то ли другой из этих методов приводит к тому, что инородные тела эти извлекаются. Ну, в некоторых случаях, конечно, приходится прибегать и к инструментальному методу. Но это то, что у нас в нашей обстановке экстремальное, о которой я сейчас вам говорю, не представляется возможным. Конечно же, это сделать первая помощь. Это вот здесь и сейчас случилось. Это тогда, когда надо быстро, знаете, как сконцентрировать свое внимание, удалить абсолютно растерянность и вот это вот период замешательства, потому что, собственно говоря, очень часто именно от нашей реакции зависит жизнь человека, который попал в вот такие вот какие-то критические ситуации, критические, кризисные даже, я бы сказала. Олег Никитич, ну вот с оказанием в данной ситуации помощи мы поняли. Давайте поговорим о типичных, например, далее видах помощи. Например, вот бытовые травмы.
да, кровотечение. Очень часто в быту, в жизни мы с этим сталкиваемся. Как в этой ситуации правильно поступить? Ну, как правило, наружные кровотечения возникают не просто сами по себе, а в результате каких-то повреждений, ранений. Чаще всего это, конечно, бывают всевозможные раны. Какие же могут быть раны? Ну, тех, которые мы с вами с детства знаем, и которые каждый из нас когда-нибудь переносил. Это наиболее частые, это резанные раны. Я думаю, что даже среди наших слушателей не найдется ни одного человека, который бы в прошлом такие ранения не переносил. Да. Резанная рана, для нее характерны ровные края. Если она не глубокая, то кровотечение тоже ровное, просто как губка наполняется эта рана. В некоторых случаях, если к врачу никто не обратился, то они и сами проходят, доктор время лечит их. А если рана более глубокая, вот скажем, вот здесь, с повреждением сухожилий, нервов, в этих случаях и сосудов, естественно, приходится такие раны оперировать, резанные. Поглубже бывают раны вот такого типа, это рубленные раны, они нанесены рубящим оружием. Если резаная наносилась или ножом, или скальпелем, или в хирургических условиях, или куском стекла, или каким-то другим предметом, то рубленные рубящие оружие, ну какие сейчас, топором, тесаком, раньше это были сабли в предыдущих войнах, а сейчас это может лопатой. Во время сельскохозяйственных работ наносится такая рана. Если при этом случае, который я говорил перед этим, мы имеем капиллярное кровотечение, то из мельчайших сосудов и оно останавливается. Я не случайно сказал, что даже в некоторых случаях никто к врачу и не обращается. И рана заживает как операционная, первичным натяжением. То такая рана уже, конечно, во-первых, она сопровождается артериальным кровотечением, потому что здесь проходят крупные артерии. И здесь, чтобы остановить кровотечение, приходится применять целый ряд методов, о которых мы чуть ниже скажем. Да. Ну, раны еще, если говорить о том, на какие они подразделяются, то нужно вспомнить еще о колотых ранах. Колотые раны представляют собой достаточно большую опасность в связи с тем, что мы не всегда знаем направление раневого канала. Он может, несмотря на то, что входное отверстие точечное, он может проходить на значительные расстояния и повреждать определенные органы. Ну, где-то рядом с этими же ранениями по такой же опасности располагаются раны огнестрельные. Ну, вот привожу вам примеры. Вот огнестрельное ранение. Это тоже входное отверстие, для нашей жизни, да? Выходное, да. Так вот, все эти раны, о которых я уже ниже говорю, рубленные, огнестрельные, они часто сопровождаются наружным кровотечением. И если при этом повреждены такие крупные сосуды, как артерии, то кровотечение будет артериальным. В чем его характеристика? Да? Мы видим, что струя мощная, бьет как пульсирующей такой струей, и кровь имеет ярко-алый цвет. Это самые опасные ранения, самые опасные виды кровотечения артериальные, потому что буквально в течение нескольких минут наше сосудистое русло может быть опустевшим. И наступает самый неприятный момент – смертельные осложнения. Ну, каким образом с этим справляться? Существует несколько методов остановки именно артериального кровотечения. Я не буду говорить, долго останавливаться на капиллярном, потому что в этом мы достаточно иногда произвести давление в ране, приподнять повыше конечность, это или рука, или нога. В этом случае кровь будет с большим трудом преодолевать расстояние дополнительные и уже уменьшится кровотечение. Поэтому с таким кровотечением справится всякий. Но вот когда бывает артериальное кровотечение, прежде всего нужно не растеряться. Мы так с вами рационально, разумно устроены, то ли Господом Богом, то ли природой, что везде, если имеется артериальное кровотечение, есть место повыше, где можно эту же артерию прижать,
кости. Надо знать, где. Правда? Да, вот это нужно знать, это какие расстояния. Ну, что я могу сказать? Если что касается руки, то вот начнем с тех мест, где мы пульс с вами щупаем. Лучевая артерия, локтевая артерия. В области локтевого сгиба, там, где мы все меряем артериальное давление, прикладываем трубочку, там будут локтевая и лучевая артерия. Я говорю, мы так рационально устроены, если одна кость, значит, одна и артерия. Вот, например, плечо, плечевая артерия. Ее можно подмышкой нащупать, ну и подмышечную, и плечевую артерию. Если скользить по кости, то почти каждый из вас уловит этот пульс. И вот здесь, если кровотечение ниже, можно придавить, и тогда мы убеждаемся в том, что мы в состоянии остановить кровотечение, пусть на время. То есть самый главный принцип, вот мы видим, в какой области кровотечение, да, там на 2 пальца, на 3 пальца, как это правильно вот рассчитать? Всегда, ну, я сейчас об этом буду говорить, угу. Мы всегда должны, это выше место кровотечения, но максимально ближе к ране, потому что мы должны, когда мы будем заниматься этим, обескровить конечность. Так чтобы этого не произошло, пусть будет самое минимальное локально расстояние. Да, таким образом. Ну, и таким же образом я могу рассказывать, но все равно вы сейчас не запомните все эти точки. Давайте самый главный принцип. Так, принцип как раз вот заключается прежде всего в том, чтобы придавить. Для чего это нужно? Чтобы хотя бы успокоиться. Мы, когда мы видим кровотечение наружное, обильное, мы всегда преувеличиваем кровопотерю. И это правильно и хорошо, потому что, опять же, я повторяюсь, что это грозит потерей всего нашего кровеносного русла. Поэтому долго мы удержать рукой не в состоянии. Даже самый мощный, здоровый мужчина, спортсмен больше, чем 15 минут не удержит. Но за это время мы успеваем обдумать ситуацию, что тут мы можем что применить в качестве, скажем, жгута. Если это автомобиль, мы должны вспомнить, что всегда в автомобиле имеется аптечка, а в ней всегда должен быть жгут. Если это другая обстановка, все, что рядышком находится из такого эластического материала, годится. И любая трубка, шланг может быть применен. Ремень, наконец, у мужчины. Если нет, применяются так называемые жгуты-закрутки из мягкого материала. Здесь и женщины своими предметами иногда могут поделиться и воспользоваться, завязать узел и какой-то палочкой закрутить и остановить. Это может быть ткань, какие вокруг же главные, ну, правила наложения жгута? Так. Первое, жгут не накладывается на обнаженную поверхность. Вот перед нами, скажем, если было кровотечение такое из кисти, которое было трудно остановить, вот мы здесь в районе предплечья будем накладывать жгут. Значит, мы обязательно должны предварительно что-то, какую-то ткань положить. Ну, вот если сейчас мы с вами находимся в зимних условиях, то, естественно, даже и женщины все ходят в брюках, как и мужчины, поэтому даже если эта брючина по какой-то причине, ну, там перелом был и что-то разрезано, то ее можно снова сложить на место и накладывать на вот эту поверхность жгут. Ну, я, к примеру, такой жгут покажу. В чем правило? Первый тур должен быть самым мощным. Именно этот тур останавливает кровотечение. Потом мы можем вот таким образом наступить пальцем, как я сделал, потому что дальше, пока мы будем обматывать и делать второй, третий, четвертый туры, мы обязательно попустим. Угу. И в результате этого будет видно, что мы кровотечение не только не остановили, а в некоторых случаях даже усилили. Да. Поэтому мы убеждаемся в том, что жгут наложен правильно, потом по нескольким признакам. Первое, это мы видим, что кровотечение остановилось, и это главный. Это самый главный, да, конечно же. А последующий мы еще на что обращаем внимание. Вот там, где мы раньше, я вот рассказывал, пульс могли нащупать, он уже не определяется. Значит, мы наложили жгут правильно. Олег Никитич, да. Как долго может быть наложен жгут? Как долго человек может сходить с жгутом? Со жгутом недолго он может ходить. В общем, есть такие крайние сроки, которые рекомендуются. Это летом можно до 2 часов,
а зимой до часа. Но это самые крайние случаи. Жгут, во-первых, очень тяжело переносится. Наступает обескровление, ишемия, так называемая, этой конечности. И поэтому это сам жгут болезненнее переносится, чем та рана, из-за которой возникло кровотечение. Поэтому в этом случае мы должны, если у нас не получается в кратчайшие сроки доставить пострадавшего туда, где ему уже это все, что я сейчас рассказываю, это временная остановка кровотечения. А вот в больнице, куда в сосудистом, скажем, отделении или в хирургическом, там, где хирург будет уже или перевязывать сосуды, или сшивать их, там это уже окончательная остановка кровотечения. Мы должны доставить как можно быстрее. Если у нас это не получается, каждые полчаса, а то и чаще, мы жгут послабляем, делаем так называемую реперфузию, то есть восстанавливаем хотя бы на время кровоснабжение, теряем даже какое-то количество крови при этом, но попустили, опять придавили сосуд и наложили жгут уже несколько выше того места, где он был наложен. То есть контролировать ситуацию, вот, да, чтобы не навредить. Я должен сказать, вот сейчас во время военных действий это чаще всего погибают люди как раз от артериального кровотечения. И с этой целью сами военнослужащие, они тоже обучаются этим приемам. И у них должна быть обязательно аптечка, укомплектованная жгутом. Причем он должен располагаться во время боевых действий, располагаться так, чтобы его можно было достать любой рукой. И это можно перенять и в мирное время, если где-то какие-то риски. То есть сам человек может сам себе помочь вот в такой критической ситуации, да, надавить на артерию, как Олег Никитич нам говорил, очень сильно нащупать, потому что надо сконцентрироваться в этот момент. Ну или уже вот по методу наложения жгута. Олег Никитич, очень мало времени у нас остается. Давайте мы самый главный итог вот сегодняшней нашей встречи для того, чтобы правильно все сделать, для того, чтобы помочь человеку. Вот самый главный принцип. Чтобы это самое главное, это не теряться. И с этой целью я всегда рекомендую, чтобы мы запомнили три буквы латинского или английского, скажем, алфавита. А, Б, С, как, но там это произносится как IBC, вы знаете. Это что это значит? Если я не знаком особенно с правилами наложения, оказания первой медицинской помощи, я должен всегда вспомнить вот эти три буквы. А они что означают? ARV, то есть дыхательные пути. Дальше breathing, это сам акт дыхания, он или есть, или нет. Если он, его нет, мы его замещаем своим собственным дыханием. И circulation, это кровообращение. Вот если я не знаю, что же делать, растерялся, я сразу должен вспомнить эти три буквы и понял, что я должен начать с дыхания и с сердечной деятельности. Если здесь все в порядке, еще и пострадавший в сознании, тогда я занимаюсь остальными повреждениями, при которых оказываю вот такую помощь. Кровотечение, кстати, не только жгут, есть еще много методов. Конечно же. Олег Никитич, вот еще 2 секунды, у нас еще есть времени. Если, например, это конечности, понятно, а если, например, это кровотечение из брюшной полости или кровотечение желудочно-кишечного тракта? Вот перед тракта. Вами как раз как есть такой вот муляж, вот перед вами резаная рана, проникающая в брюшную полость. Вот, видите, выпавшая петля тонкой кишки, здесь еще сальник выпавший, тут идет выделение крови, даже если внутренние органы все целые, то здесь необходима будет операция. И мы должны подумать, как же мы такого пострадавшего будем вести, да, в стационар. Если оставить его так, пока он приедет в больницу, у него все эти кишки будут промежду ног находиться, как у японца, который харакири себе сделал, и помощь не будет оказана. Поэтому, если мы мощно, сильно забинтуем, то наоборот омертвеет кишка. Поэтому в этой ситуации обкладываем материалом и бинтуем, и в таком состоянии привозим. Ткань должна просто как создавать кольцо какое-то. Да, кольцо которое... для того, чтобы не омертвела потом кишка, потому что хорошо, если это один такой пострадавший, а если их много после аварии, после происшествия, то мы можем, он может долго ждать своей помощи. Олег Никитич, спасибо большое за такое большое количество очень нужной, ценной информации. Мы желаем вам крепкого здоровья. Мы спасибо. Желаем крепкого здоровья всем вашим коллегам. И, конечно же, приглашаем еще, приходите, рассказывайте, учите нас, потому что
очень действительно важная жизни важная информация сегодня. Спасибо. Я, как всегда, в таких случаях говорю, что дай Бог, чтобы вам это все не понадобилось, а то, о чем я сейчас рассказываю. Шановні друзі, підходить до завершення. Програма «Це вас хвилює». Я Нелі Толмач. Вдячна всім, хто був з нами. Я бажаю вам міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких. І дивіться телеканал «Миколаїв». До зустрічі в ефірі.